На 30-й сессии законодательного собрания глава региона выступил перед депутатами. В сложившейся ситуации, когда наступление экономического кризиса в стране отрицать глупо, заметил глава региона, необходимо максимально быстро вернуть стабильность. То, что сейчас происходит в России, нежелание мировых государств принимать укрепившиеся позиции нашей страны. Поэтому такое развитие событий было предсказуемо, а значит, как и в любом кризисе, из него нужно извлечь максимальную пользу. Мы пожинаем плоды, в общем-то, наших завоеваний, наших политических побед и, естественно, становления нашей страны. Да, в этом есть свои плюсы и минусы. Мы говорили о том, что в сельском хозяйстве сегодня существует уверенный спрос. Мы можем достаточно поправить свои позиции на этом рынке сельскохозяйственном, продовольственном, что, собственно, мы и делаем. Вывод, который я хочу сделать, следующий. Мы с вами отвечаем за свой край, за 5-миллионную Кубань. И задача сделать все, чтобы минимизировать эти риски, минимизировать те вызовы, которые существуют сегодня в обществе, вот в уже в набранном темпе, сохранить позиции и, более того, строить планы на будущее. Мы уверен, справимся, мы преодолеем эти сложности. Также Александр Ткачев отметил, что даже при таких сложных условиях в регионе будут делать ставку на развитие малого и среднего бизнеса, промышленности. Именно это позволит создать экономическую подушку безопасности.